У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынею может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорбей, когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей. Кому-то бывают пустыни и болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоя сквозь стеклышко призмы, смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня — этап очищения, духовного роста, смирения сердец. Чтоб труд смог вручить нам Отец без сомнения, пустыню пройти должен каждый боец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухою листвою, и в небе венец золотой обретем. Аминь.